2 августа администрация ввела для голубых беретов сухой закон. Отключать фонтаны в день ВДВ в Иванове не будут, обещали в городской мэрии перед праздником. Однако пришедших на площадь Пушкина в пятницу вечером десантников ожидало разочарование. Фонтан не просто не работал, а был осушен. Более того, освещение на площадке перед Мустеатром полностью отсутствовало. В городской мэрии эту ситуацию нам объяснили следующим образом. Именно в день ВДВ проводилась плановая профилактика фонтана. Однако праздника голубым беретам это неприятность ничуть не испортила.